Thank you.
Да? Спасибо, спасибо, читаем. Да. Вот я там был же сейчас уже. Держал на руках даже. Да, да. Теперь санитарка показал, потом чуть наша вынесла. Тоже. Ну, я не знаю, кто, короче, вынесла. Я говорю, покажите, как мне идет. Для кого чего? Раньше, раньше. Спасибо, спасибо, Виталий. Спасибо. Да, дали. Эмилия. Хорошо, спасибо. Ага, хорошо. Спасибо тебе. Ага, хорошо. Здесь,
Софья. Спасибо, спасибо. Ты уже отсюда знаешь. Специально, наверное, все рассказала, да? Спасибо, спасибо, Сергей.
Вы хоть вытащили флешку, но это оттуда.
надо вытащить. Завтра смотрите, где надо было вытащить. Да, и на что? Давай.
И вы тоже вместе с нами. Историческим моментами закрыл голосование. Еще 4 минуты до конца. Для возврата к подведению итогов на
нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Включали только назад выборы. А, ой. А это-то... Слышу, здесь выключают. Ну, калибр включают. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». «За». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Да». Чтобы вас потом не забирали. Вот только как вы закончите, вас опрос. Анжела, выключать все. Анжела, выключай. Выключай, да, сказали. Ваши выборы уже становятся недействительными. Нужно знать, что теперь. Уже все, начинаем. Понятно. Для возврата с подведением итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Что? Для возврата подведения итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Не знаю. Наверное, надо подтвердить. Так, понятно? Ну, что-то. Не знаю. Вообще нет. Камера делается.
же не доедут, наверное. Вход в ВВ. Она еще не отключится. А если резетку выключим? Как ты выключишь тебя? А если не сохранится? Для возврата. А это онлайн было решение. Не сохранялось. Для завершения текущего цикла выборов и начала нового. Да, давай. По одному чувству советую. Где ты сам? Нам уже признали, акт составили заявленной комиссии. Что здесь? Девушки, будьте любезны, оставьте у своего хозяйства. Зайдите, что сам комиссии не может.
Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла «Да» и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Выключили камеру, нам сказали выключить, мы выключили. Для возврата к подведению итогов. Не знаю, так сказали, а сейчас мы включили. Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нахождения. Фамилию, имя не могу сказать. Надо оставить его, чтобы постоянно работало, да? До утра? А подсчеты головы только сейчас отключили, сразу же включили. Посмотрите. Нет, мы вот сейчас только включили, но минут 10 она как отключена была. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла я вот знаю, там сколько и начала нового нажмите «Я председатель, да». Ну, он у нас минут 10 только был открыт. Да. Не, нам сказали, чтобы они работали. Они работали. Потом сказали отключить. Ну, взяли, отключили. Да я не могу, там столько людей, мужчина, понимаете, что не могу я сказать. Я если сейчас пойду туда, в Турдале, я узнаю, кто мне это сказал. Не знаю. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Я поняла. Для завершения текущего. Да. У нас еще, знаете, что вот этот блок есть, который устанавливали. У нас там вот это сзади, вот это всовывается шнурок. Он постоянно оттуда отходит. Пишет, не подключен. И пишет там, не подключен. А где сетевой кабель. Не подключен сетевой кабель, пишется. Ну вот, сейчас только зашел. Да, сейчас зашел. Потому что у нас в обед, с утра рано. Или даже вчера, по-моему. Так было. Мы вызывали этого. Ребята, они нам делали. Они говорят, там отходит что-то. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Алло.
Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего
начала нового на фронте. Ну что, для возврата к подведению итогов комитета, для завершения текущего документа и начала нового на фронте. Сейчас полный.
Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Я не знаю, что для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите. Пробный, который пробный, затем его вытащил. Они стояли, они считали, все смотрели. А, ну да, это было. Они же напали, то он что делает? Это не пробники, там парится, а документы везет. Пять таких, пять таких. В общем, да. 16, да? По 8. Это было 10. Ну, утром, да. А это вот привезли... Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». А, до этого сначала один ящик привезли, когда закидывали. Потом вторые, один обратно работал. А потом меня сказали, закидывай, я закидываю. Прибегают, и мне говорят, ты что делаешь? Вот мы закидываем, привезли вот сюда. Я до этого, у меня времени не было вообще сидеть. А ты работал, участвовал, я думал, там тоже. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет».
Спасибо.
выборов и начало нового на рынке недвижимости. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Thank you.
Thank you.
по камере надо смотреть. Вон, видишь? Ну так видно. Давай еще это. На что бы пристать. Пока ничего не для возврата к подведению итогов навсегда. Для улучшения текущего цикла и начала нового давай. Все видно тут, вот все видно. Все подписи, все, что хотите. Как? Да нет, протокол, вот я смотрю, протокол показываю. Да. Ну вот она, передача идет, вот где между этими урны, где есть, вот, между двумя урнами, посмотрите. Для возврата к подведению итогов чуть ниже. Для завершения текущего цикла сюда ниже. И начала нового нажмите. Угу. Еще вот так, вот так. Ну, в метре от камеры где-то. Да, какой метр? 80 сантиметров. Вот. А ну-ка, вы отойдите от камеры. Виктор Николаевич, ну он держит, вот я вижу, что он держит в метре от камеры. Меньше даже. Она, это, передача после 2 минут, через 2-3. 3 минуты идет отставание. Не засчитать будет. 3 минуты. Засчитать, говорит, надо. Даже засчитай, сколько. Чего говорит? Зачитай. Ну да, ему уже легче читать, чем это. Говорите. Вон, хороший микрофон стоит. Алло. Что? А куда показать? Вы нам скажите. Мы показываем уже. Ну мы туда и показываем. Для возврата к подведению итогов. Вот она умна, правильно? Я стою возле урны. Видите меня? Он сразу не увидит. 3 минуты, у них отставание. Мы показываем вам. Видите? Сейчас вы увидели? Сейчас увидели вы меня? А куда? Вот. Я уже доехал, уже показывают эту сюда? Протокол на камеру показывают. Я не знаю, уже куда везде уже показывают. Видите сейчас? Сейчас видите? Сейчас, да, она разговаривает по моему телефону. Сейчас видите? Ну, вот, да, мужчина вам показывает. Ну, возле у... Ближе подойдите. Вот, близко. Воду сейчас ничего не кидают, они протокол держат, чтобы... Нет. Никто ничего не кидает у нас. Никто ничего не кидает. Что, статуя, что ли? Ну там какая-то другая на связи. Для возврата к подведению итогов нажмите. Так, давайте. Вот протокол. Чужой избиратель ничего не видит. На момент окончания. Вы увидели все? Да, я на участке вот рядом. Алло. Вам зачитывать его или не надо? Да, все. А, ну вот, она через 3 минуты, вот я сейчас вот, через 3 минуты покажу. Дмитрий Александрович, ну, передача отсюда туда, она не идет онлайн, она идет через 3 минуты. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите. Ну вот, меня сейчас в обоих камерах видно. Алло.
и начало Бога на Алло. Ну, 8928, дальше что? 671. 77. 76. Так, ей позвонить? Начало нового цикла. Так, ну давайте шарик Магомеду еще тогда. Для возврата подведения итогов. Да я на телефон пишу. Поздравляю.
Макар, дружки? А, вот, молодец, сюда. Завтра в Куламу. А? Сейчас я не понедельник, я говорю, 43, 42. Много ты хочешь, наверное. Я не хочу. Если я работаю, то ты тоже хочешь
Thank you.
хотел. Че? Где же вино? Да не, я туда ходил, но не надо, как я буду. Как сюда разобрались. Так. Все, давай это горну сюда. Действительно, и кто собирает?
Thank you.
Какой девять выпало
Включи этот, где избиратель, этот, комиссия сидит. Сейчас. Где камеры, там мои ноги видать. Сейчас. Ноги виртуальные, что ли?
Ну, за столом они сидят, а я здесь впереди стою. Ты все уже делали, вот так и забегали. Ну, я... Слушай, я тебе говорю, через 3 минуты оно показывается. Ну как нет, когда да. Это кто? Путин, это Путин, да? Да. Так, нам нужно 4 пачки сделать. Ну, да, вот это что такое? Да, он вместе с ними сделает, да? Да. Вот. А этого сюда перейти можно? Все, 4. И давайте чуть-чуть туда. Ватмана у него. Да? Тут вопрос надо решать с этим. Да, 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 да. Это следственный комитет тут проходит. А ну что, драться? Как конвертер его так сложить? Это, слушай, а выключается он как это? И все? Здесь сначала закончить запись надо делать. Да нет, нет, сейчас. Значит, когда это, закончить запись надо, что ли? Да. Хорошо. Да я не знаю, как подойти сейчас. Ты так не видел, да? Да, ну пока я прикол, что здесь не делаю.
Я? Да. И вот, вот я стою, ну она через 3 минуты показывает примерно. Вот. Вот я сейчас стою перед одной из камер. Вот. А вторая камера, она сильно вниз смотрит. Если подойти к ней, то вот, вот я где урны были, там стою. Ну я стою вот где комиссия снимает камеру. Я вот сейчас перед, ну, перед этой камерой стою. Нет, вообще не надо. Запаздывание, да. Ну, молодые ребята здесь, им дали задание. Вот они сейчас пишут протокол, хотят изъять. Ну, надо было с их руководством как-то договориться, чтобы... Или пусть Чебурной скажет. Я не знаю, кто, кто им. Чебурному уже сказано. Ну, может быть, Гамзат Белорович. Может, я дам следователю трубку, поговорите с ним. Объясните. А, ну понятно. Хорошо, я здесь, Гамзат Белорович. С нами бессмысленно, да, пускай с руководством сядет и все. С тем, которого номер дали телефон, я с ним говорил, его шеф. Да, да. Вот он говорит, звонил в администрацию президента, да. Они сейчас решают, они должны позвонить. Они решат, что решат, я не знаю, как. Только системный блок нам нужен. Сюда. Пока отключать же команду не было, да, еще? Пока еще нет. Сейчас решат вопрос, ну, потом будем это. Так, ну, чисто системный блок, не знаю, как. Мне тоже чисто системный блок. Системный блок только ты забираешь, больше никто. Да? Да. Они пускай запрос делают, если надо. Запрос мы не делаем, мы протоколом осмотра места происшествия, изъятие делаем. Ну, изъятие нет, центр избирком сказал. Что сказал? Передать хозяину. А с хозяином потом уже. Нет. Не, изъять как можно? Я сейчас разговаривал с кем? Исполняющим обязанности вашей депутатской структуры. Они с администрацией президента решают сейчас. Решают, с нашим руководством звонят и говорят. Центр избиркома? Позвонили. Казани в центре избиркома больше выполняют. Ты же не сказал. Остаток глупости. Ты вообще глупости говорили. Оттуда позвонить и сказать им отдать. Они хозяева этой вещи. Ну хорошо. Вот я не знаю, кто позвонил и сказал, это тоже как Чабаджа разговаривает. Слушай, позвони и сказал. Он сейчас за него завтра по башке ему за это. Это сейчас за него ничего не делает. Сразу президент мне сказали, что звонили. Звонили с избирком, короче. Панику поднимать не нужно. Сейчас решат вопрос и решим. Это через руководитель, все решает. Ну правильно, оттуда позвони, мне сказать, чтобы передать, скажу, он забрал ее и все. Там записывают, смотри. Да, записывают. Где? Записывают, записывают. Отключите ее, что ты отключаешь? Ну, сейчас дадут команду, я отключу и уберу. Не, а вроде позвонить, сказать, что тебе... Я знаю, но эти же не дают. Кто? Вот сели. Ни на что вам не дают. Если говорить это, мы сейчас силовым путем уже отойдем. Мне это зачем? Своему руководству позвонить тогда? Кто решает? Ну, они зачем? Мы упаковали бюллетени, что нам делать? Принести их туда? Тут нету ни заявления, нету, ни ничего нет. Ничего нет. Я буду в администрации. Я думаю, что это очень важно.
Thank you.
Пока ничего, пока ждем, пока со следственного комитета руководство позвонит. Здесь пришли с этого, с избиркома и так далее, сказали, чтобы нам отдали, но они не отдают. Говорят, пока наши руководство не доставят. Сорок на 33 суток. 12:20.
17,5 на 6,5.